Всем привет! Сегодня хочу поговорить о таком сервисе, как Ютубер. Ютубер — это сервис, который позволяет продвигать ваш YouTube-канал. Здесь вы можете заказывать, например, просмотры вашего видео, ставить лайки, комментарии. Причем комментарии вы можете сами по своим видео заказывать любые. Как зарегистрироваться? Ссылка будет в описании, вы по ней проходите. Дальше авторизируйтесь через, например, ВКонтакте. Все, вы попадаете в панель управления. Здесь все происходит таким образом. Например, вам предлагается выполнять задачи. Например, поставить лайк под видео. Дизлайк. Вот кто-то заказал дизлайк. Например, заходим под видео. Видео удалено. Хрен с ним. Так, следующий ролик. Поставить лайк. Ставим лайк. Ждем время 30 секунд. И нам должно быть начислено 15,75 баллов. Давайте подождем. Когда таймер выйдет, видео можно закрыть. И будет написано. Все, вы получите свои баллы в течение 10 минут. На ваш баланс будут капать такие баллы. На эти баллы что нужно сделать? Во-первых, вы можете сами продвигать свои видео. Вот в данный момент у меня рекламируется 2 ролика. Или если вы много заработали баллов, например, у меня есть реферал, всего у меня 159 рефералов, в данный момент они мне принесли 11 тысяч баллов. Есть, например, человек, как Александр, который заработал 6287 баллов. Мне от него идет 15%, то есть 6287, 15%, то есть для себя он заработал 41 тысячу баллов. Как эти баллы можно потратить? Например, на буксах. Есть такой букс на SEO Sprint. Заходим на него. Нажимаем выполнение заданий, выбираем соцсети, YouTube точнее, и как-то выдается нам список. Вот. Кто-то покупает 20 тысяч баллов. То есть если вы кому-то переведете 20 тысяч баллов, он вам заплатит 150 рублей. Как это происходит? Например, перевод средств. Вы пишете ID, да, вот, смотрим задание. Человек просит, чтобы ему перевели вот такой ID, да, 20 тысяч баллов. То есть мы заходим, пишем ID, пишем сумму баллов, нажимаем отправить, заходим обратно в задание, нажимаем сюда, что мы выполнили, все, и ждем от него оплаты. Таким вот образом происходит заработок. Или можно самому, как я уже сказала, рекламировать свои видеоролики. Приглашайте рефералов сюда. Сервис очень отличный. Ссылка будет в описании.